Всем привет! И сегодня у меня на обзоре ноутбук с очень длинным названием. Huawei MateBook D14 NBLL-WD-Q9. Начинаем. Берем самый острый нож в доме и двигаемся к цели. Открываем коробку и видим блок питания с проводом Type-C, гарантийный талон и обтянутый в пленку ноутбук. Небогатая комплектация. Ну а что еще нужно для счастья? Давайте познакомимся поближе. Внешне ноутбук выглядит сдержанно, лаконично и компактно. Корпус выполнен из алюминия, что обеспечивает дополнительную прочность конструкции. При этом толщина составляет всего 16 мм без ножек. Вес 1 кг 400 грамм. MateBook имеет 14-дюймовый IPS дисплей с достаточно узкими рамками. Его можно открыть на 180 градусов. Клавиатура выкрашена в контрастный белый цвет, что дает возможность работать при низкой освещенности. Однако тут и есть два режима подсветки. Не самые яркие, но тем не менее. Слева расположено три порта расширения. Type-C для зарядки, USB 3.0 для периферии и HDMI для подключения дополнительного дисплея. На противоположной стороне находится разъем под наушники, джек 3.5 и USB 2.0. Спереди установлен двойной микрофон. На этом все. Перейдем к спецификациям. Данная модель оснащена шестиядерным шестипоточным процессором Ryzen 5 4500U, который поддерживает 7-нанометровую технологию обработки данных. Имеет базовую частоту 2,3 ГГц и потенциал разгона до 4 ГГц. За графику отвечает производительный чип от компании Radeon. В ноутбук установлено 8 ГБ оперативной памяти DDR4, а также твердотельный NVMe накопитель с шиной PCI-Express 3.0 на 500 ГБ от компании Western Digital. Такой связки характеристик более чем хватит для офисной работы, требующей высокой производительности системы. Перейдем к практике. Стресс-тест AIDA64 показал стабильную работу на протяжении всего цикла замера. При этом максимальная частота достигала заявленной отметки 4 ГГц. Температура чипа кратковременно переходила границу в 90 градусов, при максимально допустимой в 105. Тест графики FurMark показал соответствие заявленным характеристикам. Частота 1500 МГц на ядро и 800 МГц на память. При этом температура не превышала 60 градусов. А вот что меня по-настоящему шокировало. Это видео снято на ноутбуке при помощи фронтальной скрытой камеры в программе OBS. Всем привет, ребят. Снова я. Это Counter-Strike Global Offensive. Это просто космос, ребят. Я балдею. Это ноутбук тащит эту игру. Пускай настройки графики не самые высокие, но и кому это надо, когда у нас есть 60 FPS на 60-герцовом мониторе, дисплее. Это же круто, ребят. Это просто круто. Я прям поражен, честно. Я уверен, что какие-нибудь танки здесь точно будут. Ну, тоже. Не то чтобы летать, но играть неприемлемо. Врага. Ну-ка, пойдем. Привет. Я на Huawei играю, ребят. Я не знаю, как на записи будет, но это очень нравится. Это, блин, прям вполне нравится, ребят. 31 килл на 25 смертей, вы чего? Круто, не правда ли? Перейдем к особенностям Huawei. Первое. Для любителей приватности это будет классной фишкой. Помните, я говорил о фронтальной скрытой камере? Так вот, тут она спрятана в клавишу на клавиатуре. Вот так сюрприз. Второе. Кнопка включения является сканером отпечатка пальцев. Доступ к системе происходит максимально быстро. Плюс, опять же, не нужно запоминать пароль. Ну, вы понимаете, о чем я. Третье. Бесшумная система охлаждения. Ну, как сказать бесшумная? Тут, конечно, слышно, как лопасти крутятся, но это ненавязчиво максимально. Четвертое. Производитель утверждает, что батареи хватит на 9,5 часов беспрерывного просмотра видео. По традиции проверю и напишу в комментарии. Пятое. Функция мультиэкран, она же Huawei Share, позволяет объединить ваш Huawei телефон и ваш ноутбук Huawei в единое устройство для обмена контентом. Тут можно вывести экран телефона на экран ноутбука, записать видео и облегчить взаимодействие между устройствами. Подведем итог. За 59 990 вы получаете пушку, а не ноутбук. Производительность на пятерку, внешний вид
на пятерку, а комплектация, ну кому она вообще нужна? И так все круто. В общем, всем советую. С вами был и для вас снимал Борисов. Если понравилось это видео, поставьте обязательно лайк и подпишитесь на канал. Буду вам безумно благодарен. Здоровья, хорошего настроения и удачи. Пока.